сидела дома, рассматривала ссылки на Гугле и наткнулась на объявление, на статью, что люди увольняются и зарабатывают деньги дома. Там была кнопка, я на нее нажала. И со мной связался человек. Объяснил мне, что можно заработать деньги, вот, но нужно сделать вклад. Я перевела энную сумму. 11 тысяч я перевела, 2-300 мне вернулось. Вот. Но он сказал, что это мелкая сумма, нужно работать покрупнее. Вот. И для этого нужно кредит взять. Ну, я взяла кредит и перевела под его влиянием им на счет 266 тысяч. И потом прекратились все звонки и контакты. Я поняла, что это мошенничество. И пришла вот в полицию. Я советую не заходить ни на какие посторонние сайты, не отвечать ни на какие знакомые телефоны, не разговаривать. И стараться обходить такие ситуации.